когда к твоей мошне дырявой милорд проявит интерес. Ты на него не жди управу, а уходи в Шарвудский лес. Ты на него не жди управы, а уходи в Шарвудский лес. Придешь неловким, неумелым, судьбой раба к земле пригнут. Но быстро стать лихим и смелым тебе поможет Робин Гуд. Но быстро стать лихим и смелым тебе поможет Робин Гуд. Под вековым шатром зеленым гуляют вольные стрелки, скользят по тропам потаенным, как тени быстрые и легки. Их все окрестные аббатства словами страстными клянут, но не отдаст в обиду братства отважный парень Робин Гуд. Но не отдаст в обиду братствам отважный парень Робин Гуд. Пусть сунет нос милорд богатый в зеленый сумрак вековой. Не устоят стальные латы под метко пущенной стрелой. Не устоят стальные латы под метко пущенной стрелой. И на устах через столетия легенду люди пронесут о том, как жил, добыл на свете защитник бедных Робин Гуд. О том, как жил и был на свете защитник бедных Робин Гуд! Очень красивые камушки здесь у нас, как в Париже, как в городе Париже. Где мой миленький живет? Так, братаны что-то не идут мои. Хочу отдать им часы, но задолбай их. Да, отдашь деньги за водку, блин. За... Кого-то я выпил их водку, блин. Что за дебил, а что у меня за друзья? Барсик, Барсик, играй. С Борисичем, Барсик, Барсик. Ой, Барсик, играй. Ох ты. Ой, Барсик. Ветку это сожрал, ветку. Ветку сожрал. А я Барсика поймаю. Съем Барсика сейчас. Дед Борис, съест Барсика. Слушай, он испугался слова съест, а? Это что? Вот, знаете, какой удрал. Красота, сейчас иностранцы подойдут, и всякие у нас туристов много сегодня. Подойдут иностранцы и, наверное, купят у меня это. Часы такие, кстати, надо прорекламировать. О! Кому часы? Наполеон, пацаны. Наполеон. Где у нас тема Наполеона? Вот здесь. О! Заблудился, блин. Пчелы искусают сейчас деда Борисовича-то. А, не, вышел, ребятки. Вышел из Иван-чая-то. Че, пацаны, ищу красноголовики. Не могу найти, ребят. Не, странно, всегда здесь находил. Дед-то красноголовики, когда еще дедом не был, находил, 10 лет назад ходил здесь. Всегда белый находил красноголовики. Которая барьеру проклятый супернатор, обидчик подрывал и соблазнитель юных женщин. Не бойтесь, матраки, рабы. Вы знаете, что тут сторожив.
и приходит на помощь к вам. Барьеру, проклятый наместник мексиканских городов. А ты, мой черный конь, постой пока в кустах. И-ху-ху! И-ху-ху! Барьеру, черный генерал. Ха! Что боишься моего клинка? Подлец! Барьеру, сучий сын, ведь это Зорро пришел и разберет он с тобой. Ха-ха-ха! Ха! Не бойся умереть, подлец! Не так ведь это страшно, как издеваться над миллионами сограждан! Зорро! Тихо! Я сейчас... Да я не верю ни одному твоему слову, блин! Француз, блин! Какой-то француз! Чем ты докажешь, что ты француз? Чем? Вот. О! Личная медицинская книжка! Там фотография, да, есть? Да. Выдан, но маркизу де Стасу, читай, Дели, в том, что он привит, даже подпись врача и штамп, в том, что он привит от бешенства и может работать и находиться на территории России. И что у тебя такое? Медицинская книжка. А вот еще одна. Что это такое? Удостоверение номер 05037. Выдано маркизу Карабасу. Да иди, я прикалываю. Маркизу де Стасу. Откуда маска у меня? Ты спросишь, наместник, оставь этот спам. Тебе это я скажу. Да, эту маску подарила мне одна девчонка, дама сердца моего. А тебе не светит, проклятый супостат. Да что же я тут взял случайно, вот та шпага. Как Гамлет, проколю тебя, как принц тот Гамлет, за своего отца. Смотри же, делай выводы, глупец. Шпага Зорро не дремлет никогда. Пошли, мой конь. Что делать нам с таким мерзавцем? Что делать нам с таким трусом? Зорро!